Мы в ответе за тех, кого приручили. Эта фраза знакома многим, но, к сожалению, не все владельцы домашних питомцев придерживаются этого правила. Часто люди берут в дом щенка, не задумываясь об ответственности, а когда понимают, что не справляются, то выбрасывают на улицу или сдают в приют. Когда люди берут, во-первых, я думаю, что, может быть, они изначально думают, что это игрушка. Игрушка ребенку. Еще игрушка себе, но это не игрушка, это все-таки живое существо. Поэтому, когда берете собаку, все-таки вы должны знать, во-первых, что это живое существо, во-вторых, что это живое существо будет жить 13-14 лет. Если вы все же решились завести четвероногого друга, то специалисты советуют правильно выбирать породу, в зависимости от личных предпочтений и характера. Также важно заниматься и гулять с собакой, чтобы она слушала команды и не хулиганила в квартире. Часто берут даже породу ту, которая не подходит ни по характеру, ни по образу жизни. Перед тем, как взять, все-таки подумайте, во-первых, какого размера, какая шерсть, потому что берут гладкошерстных собак, потому что у них почему-то нету шерсти. Как нет шерсти? Шерсть есть. Также владельцам советуют стерилизовать питомцев, если они не планируют заводить щенков. Это не только сделает собаку спокойнее, но и в будущем обезопасит ее от различных опасных болезней. Если вы уже завели щенка и столкнулись с трудностями, не спешите с ними прощаться. Обратитесь за помощью к заводчикам или волонтерам центра Акбар, и вам помогут найти общий язык с пушистым другом. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.